станция метро Нарвская. Следующая остановка – администрация Кировского района. Кировского района. Следующая остановка – улица Трефлева. Следующая остановка – Огородный переулок.
Департамент России приглашается на обучение профессии. Водители автобуса с дальнейшим трудоустройством. Требуется стаж вождения по категории Б 3 года. Подробности по телефону 8 800 200 02 87. 8 800 202 87. Звонок бесплатный. Следующая остановка — улица
Вася Алексеев. Автобусный парк номер 7 приглашает на работу водителя автобуса и кондуктора. Мы предлагаем официальное оформление, стабильные выплаты заработной платы, социальный пакет, ушедшую разводку. Подробности по телефону 8-800-200-02-87. 8-800-200-02-87. Звонок бесплатный. Вася Алексеева. Следующая остановка. Красноводительская улица. Уважаемые пассажиры, обращаем ваше внимание, что граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты на остановках общественного транспорта и во всех видах транспорта общего пользования, включая такси. Не допускается нахождение пассажиров в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.
Приглашают на работу водителей автобуса и кондукторов. Мы предлагаем официальное оформление, стабильные выплаты заработной платы, социальный пакет, ужерную развозку. Подробности по телефону 8 800 202 87. 8 800 202 87. Звонок бесплатный. Девушка, я знаю, что ты сняла.
Следующая остановка – станция метро Ленинский проспект. Ленинский проспект. Следующая остановка – проспект Народного ополчения. Следующая остановка. Проспект Народного ополчения 27. Thank you.
проспект Народного ополчения 27. Следующая остановка – Счастливая улица. Обещаю. 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 Обещаю.